Итак, что мы имеем? Вчера ровно в 9 вечера я зарядил телефоны до 100% оба и одновременно запустил видео на YouTube. Яркость на 100%, отключил автояркость и звук на 50%. Проснулся я в 7.00, сейчас 7.09. То есть проиграли они с 9 до 7 утра. И Redmi Note 5 выключился, включить я его не могу. Когда он выключился, непонятно. Ну, то есть явно до 7 часов он вырубился, батарея полностью села. Наш Nubi M3 продолжает себе играть, и у него заряда еще 32%. Яркость на максимум, звука где-то половина. Поэтому как минимум на 1/3 он проживет дольше при просмотре видео, а то и больше. Ну что, друзья, сейчас 10:56, можно сказать 11 часов. То есть 14 часов на 100% яркости проигрывания видео на YouTube, 50% громкости. Еще у нас есть 2%. 2%, я думаю, минут 15 еще протянет. Получается 14 часов и 15 минут где-то так. Redmi Note 5 сел, за это время я уже снова зарядил его до 100% и опять поставил на проигрывание видео. Сейчас у нас 19.00, поставил я телефон заново со 100% зарядом в 10.45. За 8 часов 15 минут он продержался у нас и разрядился полностью. Вот экраны на максимальной яркости, здесь и здесь убрана автоматическая яркость, вот максимум. И вот максимум здесь. Note 5 замечено было, что он намного белее, чем 5+, по цвету, по цветовой гамме. Но яркость, видите, где-то примерно одинаково. 5000 мАч, 14 часов продержался. То есть разделим 5000 на 14, грубо говоря, 357 мАч расходует в час. Здесь 4000 батарея, продержался 8¼ часа. Это где-то 485 мАч, пускай расходуют за час проигрывания в YouTube. Получается, этот на 36% где-то энергоэффективнее, чем этот. При условии, если бы сюда поставить и сюда 4000 батарея, все равно на 36% бы показал себя лучше. Если бы у него была батарея не 5000, а 4, то он бы проиграл тогда у нас с вами не 14 часов, а 11 где-то с половиной. При этом же 8.25. Сегодня, кстати, вышло очередное обновление, прилетело прошивки уже второе или третье. То есть можно будет еще обновиться, наверное, что-то еще китайцы подправили. Так что вот так, ребят. Будем смотреть дальше. На максимальной яркости результаты были вот такие.